молочная продукция. Ну так ладно. А по поводу, значит, продукции. Вот, да. Давай так, там была речь там про курей, да, яйца. Ну я сейчас расскажу, что у меня было. Интересно, то, что какое в прошлом году у меня было. Ну, я там по фотографиям видел маленько. Ну расскажи, да. Ну давай, уже есть запись? Да. В прошлом году я начал личное подсобное хозяйство. В нем завел гусей, 400 голов было, 150 голов утки, из птицы у меня были еще бройлеры, несушки красивые, были еще индюки, цесарки. Это все там же было? Да, да. Я там фотографии видел, я так. Я думал, что это в другом месте. Нет, нет, все мое хозяйство. А там домики, которые, ну, дома такие жилые, это там же, да, в этой деревне? Да, в нашей деревне. Понятно. Там такое ощущение было, что это, ну, разные места. Ну ладно, ладно, хорошо. Да. Не, давай ближе к этому. То, что продукция. Понятно, что ты это уже делал. То есть в прошлом году ты вырастил для себя. А да, кстати, а куда сбывал? А сбывал оптом. А, ну просто оптом, да, продал. Оптом продал. А сейчас предлагается вот примерно то же самое. Все, у тебя есть понятная там цифра, сколько-то себестоимость, да, там с какой-то минимальной маржой. Да. Вот, там плюс сейчас там затраты, значит, на там, продвижение всего этого дела. А логистика. Логистика, она отдельно. То есть ты не занимался доставкой, правильно? Нет, я занимался оптом. И... Да. Нацелен на сельское хозяйство, оно почему считается убыточным, потому что оно требует очень точных расчетов и объема. Когда здесь что-то, где-то каждая ошибка, она непростительна. Ну, это везде так. Убыточная, на мой взгляд, она, ну, как бы, не то что убыточная, а... Там есть моменты, то есть, во-первых, не просчитано, как правильно говоришь, да? А во-вторых, еще момент, когда нужно сеять, повышается дистоплива, да? Когда нужно убирать, то закупщики, которые, по идее, должны бы это скупить, они понижают цены, потому что, типа, много уродилось, и все, и ты попал. Вот. В этом плане можно, так сказать, диверсифицировать риски и продать продукцию заранее. Ну, то есть, да, это называется форвардный контракт. Да, или там фьючерсный контракт с поставкой, да, там по-научному. А, и, ну, а по-обычному это краудфандинг называется. И, на мой взгляд, вот вполне нормальное предложение предложить людям, а все равно же продукция, она потребляется людьми. То есть, во-первых, продукция вырастет, а во-вторых, можно еще приехать отдохнуть. Да. Вот. Самим поучаствовать в ее выращивании, пообщаться с животными. В том числе. Момент сейчас пока вспомнил, вчера то, что говорили, по поводу собственности. Вот, и сегодня, кстати, этот вопрос еще всплыл, там разговаривал с людьми. Дело в том, что когда человек покупает у тебя курицу, ну или там утку, да, или там гуся, то получается, он уже является ее собственником. Собственником, да. Вот. А на тебе лежит задача выращивания этой курицы до вот, ну, как бы нужных параметров. Ну или яйца. Да. А по поводу яиц. Там, как, вот ты присылал документ, в котором было там несколько вариантов кур несушек, там, ну, их вообще много пород, да? Да. Я так понимаю. Ну, я сейчас определился, что сокращаю ассортимент. У меня будет три вида мясо-яичных кур. Три вида? Да, да. Три породы. Угу. Чтобы не разделять, потому что либо надо в больших количествах и разные содержать, либо одну группу, но можно несколько видов, несколько пород, так, кур, но они должны быть одинаковые по размеру, потому что погоди, куры... Это ты имеешь в виду на мясо их или на яйца? Мясо яичное. А, и на мясо, да, и на яйца. Да, благодаря. Там одна курица, она
может быть, как принести 180 яиц в год. Также и сама весит живым весом до 4 килограмм. Так, ага, то есть ее можно съедать, а сколько она растет там? Если бройлер своих показателей доходит за 45 дней, то мясо яичное ей требуется 5 месяцев для того, чтобы вырасти. А сколько яиц-то она за 5 месяцев принесет? За 5 месяцев она только вырастет до... Она в 6 месяцев начинает класться. Ага, то есть 5 месяцев она растет, ее можно скушать, да. А потом она яйца несет, потом она твердая становится? Нет. Она еще год несется, ее можно съесть. То есть еще съедобная. А потом, если 2-3 года, то, конечно, она деревянная. Она уже становится, да. Понятно. Ну, а ты еще говорил про маленьких курочек, которые вот, они дубовые, их есть на собакам корм, но они несутся хорошо. Да. А такие будут? Нет, я в связи с тем, что не отладил большой заказ, я решил не заниматься яйцами, потому что, когда они каждый день, курицы несет яйца. Каждую неделю надо увозить. Да. А кому увозить, если сейчас нету сбыта? Да. Можно наладить, то есть тот же Зеленоград, то есть, в принципе, машина ездит, да, можно доставлять. Важно, чтобы кто-то забирал их. Да. Вот. Даже если оплатит, допустим, человек там или там несколько человек оплатит, то все равно вот этот момент дополнительной доставки, его надо еще проговаривать. Да. Вот этот момент, он как бы важный, потому что наверняка будут задавать вопросы. Я, в принципе, сразу скажу, что возможность доставки, она есть, но вопрос, сколько это стоит. Я не думаю, что это будет больших денег. Мои товарищи, которые занимаются перевозкой. Хлебом. Да. Нет, они занимаются хлебом. Ага. Экологический хлеб, и мы можем также внести его к вам. Можно, да, и хлеб. Предложение, да. Хлеб. Ага, да. Ребята покупают пшеницу, экологичную, органик продукт, выращенный без химии. И у них особая технология дробления зерна, то есть это не помол промышленный, а именно дробление. Другие вкусовые качества хлеба. Хлеб, дрожжи они сами. То есть он, хлеб без дрожжевого не бывает. Надо тоже, ребята, понять, что хлеб без дрожжевого. Он весь дрожжами, только есть дрожжи. Бывает, но он такой, лепешки называется. Да. Шаурма. Да, без дрожжевой, вот это, да. Правильно, да. Ну ладно, слушай, с хлебом, ты же выращиваешь хлеб. Да. Это просто есть возможность, но у тебя продукция — это мясо, считай, яйца и домики, и аренда домиков, и там, питание. Отдых, питание, там здоровое питание, вегетарианское питание, да. Конные прогулки. Конные прогулки, там с животными, как это называется, контактный зоопарк. Само собой. А группы, кстати, будешь каким-то образом как продукт оформлять, группы, там заселение, выселение, вот эти там неделя, две недели, вот эти какие-то параметры продумывал уже? Да, безусловно. Нам удобно, когда приезжает сразу группа, для того, чтобы было комфортно людям вместе проводить время, потому что нет вопросов. Можно, конечно, приехать Робинзоном, но готовить для одного гостя — это накладно. Либо со своей едой. Да. Там. В этом случае просто сокращается удобство. Столовая, баня, то, что ты говорил, там душ, какие-то развлечения, это есть уже. Все. Да. То есть, проводили, кстати, 4 года назад, получается? Да, мы три года подряд. Проводили каждый год, считай. Я знаю то, что там Агроквест еще рядом был. Рядом был и Агроквест, но он не проводил работу. Там у нас фестиваль Тримурти проходил. Тримурти проходил. Подряд.
А, понятно. Но это немножко в стороне от нас. Понятно. Не выезжаем. Так, мы сейчас пойдем или еще здесь? Пока пойдем. Так.